вдруг вспомнились трупы по снежным полям, бомбежки и взорванные кариатиды, матч с немцами, кассы ломают, бедлам, простившие родине все их обиды, катили болеть за нее инвалиды, войною разрезанные пополам, еще не сосланные на Валаам, истории выброшенные в хлам, и мрачно цедили: фрицы, гниды, за нами Москва, проиграть стыд и срам. Незримые струпья от ран отдирая, катили с медалями и орденами обрубки войны к стадиону «Динамо» в единственный действующий храм, тогда заменявший религию нам. Катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало, на досках подшипниковых пьедесталов прихлебывать, скажем, березовый сок из их фронтовых алюминиевых фляжек, а тянет пригубить порой без оттяжек. Лишь то, без чего и футбол был бы тяжек, напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов непобедимейший самогон, который можно его отведав подзакусить рукавом, сапогом, и даже египетские пирамиды, чуть вздрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти, за фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те, видением отмщения на стадион. Билетов не смели спросить контролерши, глаза от непрошенных слез не протерши, быть может, со вдовьей печалью своей. А парни, солдатики, выказав навыки, всех инвалидов подняли на руки и усадили их по бровей самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, все наготове держали фанерки с надписью прыгающей: «Бей фрицев!» Снова в траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат. Каждый друг другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбомблены и малыши. И что же им с ненавистью поделать, если у них пол души, пол тела? Еще на трибунах все были негромкие, но Боря Татошин, пробившись по кромке, мяч Паршину дал. Тот от радости вмиг мяч бухнул в ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт. И в немстительном гвалте прошло озарение по тысячам лиц, и Паршина за руку поднял фриц Вальтер, реабилитировав имя фриц, и прорвало молчание плотину. Это не Паршину одному. Все инвалиды теперь аплодировали бывшему пленному своему, но лишь два ответных гола нам садили. Наш тренер почувствовал холод Сибири, и аплодисментов не слышали звуки, как будто нам всем отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул восхищение горькое выдох: «А я, брат, скажу вам по праву танкиста, ведь здорово немцы играют, и чисто». И хлопнул разок
всех других огорошив. В свои обожженные в танке ладоши. И кто-то подхлопывать медленно стал, качая поскрипывающий пьедестал. Теперь в инвалидах была перемена. Они бы фанерки своя колено сломали. Да не было этих колен. Но все-таки призрак войны околел. Лишь только бы стольким опять на погибель не вырос бы где-нибудь новенький Гитлер. Лишь только бы заново пьедесталин не ожил ни прежний, ни будущий Сталин. Фриц Вальтер, ты где? Я усвоил серьезно. Дать руку кому-то не может быть поздно. Ах, сколько я раз этот матч видел после, во сне, и ваши удары, Масленкин, Ильин. А счет получился 3-2. В нашу пользу. Но выигрыш общий был неразделим. А знаете, немцы, кто лучшие гиды? Кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч! Их увидите там. Кончаются войны не жестом Фемиды, а только когда, забывая обиды, войну убивают себе инвалиды, войною разрезанные пополам.